Поклонники королевской семьи пришли в восторг, увидев новые фотографии принца Луи, младшего сына герцога и герцогини Кембриджских, и теперь гадают, на кого же похож 4-летний принц. Принцу Луи 23 апреля исполнилось 4 года, и чтобы отметить его день рождения, мама, Кейт Миддлтон, по давно уже установившейся традиции, Кембриджа детей не прячут незачем, поделилась очаровательными снимками сына, сделанными на пляже в Норфолке в начале апреля. Разумеется, фотографировала сама Кейт. Принц Луи, пятый в очереди на британский трон. Но пока он, похоже, не задумывается о том, что принадлежит к одной из самых высокопоставленных семей мира и беззаботно гоняет босиком по пляжу. Поклонники королевской семьи с восторгом комментируют его новые фотографии и поздравляют с днем рождения. Принц Луи такой очаровательный. Поздравляем его 4-м днем рождения. Спасибо всем, кто поделился этой фотографией. С днем рождения, принц Луи. Он превращается в красивого человека. Милый, очаровательный принц Луи. И такая красивая улыбка. С днем рождения. Великолепно. Кэтрин способна уловить личность своих детей в своих снимках. Здесь он просто маленький свободный дикарь. С днем рождения. Такой милый. Я не могу решить, похож ли он на Уильяма или Кэтрин. Боже мой. Босс Бэйби так вырос. Очень похож на отца Кэтрин. Все, кто хотел бы материально поддержать автора, который развлекает вас ежедневно, что-то Дзен совсем денежный кран прикрутил, и сделать небольшой предпасхальный подарочек, это вот сюда, карта Юмани, 4048-0250-0005-5015, кошелек Юмани, 410-0167-9968-963.